Всем привет, а вы на канале Топ Армия. Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова смертоносным оружием. По словам автора статьи, военные операции в Сирии дали российским военным богатый опыт и позволили испытать винтовку в бою. Он отметил, что в ходе операции очень часто привлекались снайперы, в результате чего можно было наблюдать эволюцию снайперских тактик и оружия. Так, по данным журнала, СВДК весом 6,5 кг была разработана для того, чтобы поражать цели даже через бронежилеты. Издание отметило, что для винтовки используется крупнокалиберный патрон 9×3×64 мм, созданный на базе патрона 9×3×64 мм Беренеке, который в свою очередь был разработан для охоты на крупную дичь в Африке, включая слонов. Крупнокалиберный патрон толкает пулю с стальным наконечником весом 254 грамма со скоростью 770 метров в секунду. Так пуля способна пробить бронежилет при выстреле с расстояния 600 метров. Автор материала также заключил, что НАТО нечего противопоставить российской СВДК. СВДК – российская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная и принята на вооружение в рамках ОКР «Взломщик» в 2006 году. А на этом новости от Топ Армии не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Напоминаю, идет сбор средств на создание ролика о начальном этапе Великой Отечественной. Всем, кто поддерживает это начинание, большущее спасибо. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала Топ Армия.